Всем привет, дорогие друзья, это новая серия на канале Недоваз. Помните, что у меня прогорел глушитель на 10, я его сегодня поеду заварю. Стоимость, конечно, меня очень сильно удивила. Стоимость 700, там, 1000 рублей за маленькую дырочку, чтобы заварить. Спасибо, чувак, что пропустил. Но на данный момент я сейчас еду клеить лоб. Заклеить нужно лобовое стекло в пленку. Очень сильно жарко становится, так что приходится прятаться от солнца. Ну, если полицмены меня будут часто сильно останавливать, то, соответственно, расклеюсь. Ну, как вы видите, что бока у меня заклеены, и ничего со мной не происходит, так как ездил, так и ездил. Один раз остановили, и то не оштрафовали. Так что, я думаю, что и со лбом ничего не случится. На тренировку еду к своим друзьям, которые мне клеили мои боковушки. Они очень круто наклеили, к ним вообще претензий нет, так что я к ним же также и возвращаюсь. Если что, приезжайте тоже к ним. У меня еще походу полетел кондиционер. Или фреон куда-то вытек, или еще что-то. Ну не знаю, тоже будем с этим разбираться, потому что сейчас еду очень жарко в машине. Смотрите. Включаю на 18, он пошел набирать дуть, начинает дуть и дует теплый воздух, и в машине становится вообще жарко, прям очень жарко. Вышел, посмотрел трубки кондиционера, и они горячие, значит, нет давления в системе. Это сейчас еще заправить фреон плюс 1500 рублей. Замечательно. Ну, очень жарко, конечно, ездить так невозможно. Сегодня очень теплый день, мне прям нравится. Но сейчас я поеду тонировать себе лобаш. И он будет у меня темненький, как мои боковинки. Так что, погнали. Смотри, какой Мерседес 140-й, вообще огонь. Просто пушечный Мерс, вообще пушка. Очень круто выглядит Мерс. Ну вот, ребят, я приехал. Короче, заезжаем вот. Такое помещение. Тут ребята производят оклейку. Но очень круто они здесь делают. Ну вот, короче, парни мутят. Сняли мне этот заднее стекло. Сейчас намоют его, накрасят. Вот уже тут всяких приспособлений много. Вот сюда поставил камеру. Может, что-то и запишу сейчас, как они будут делать. Как начнут, буду записывать. Темнее понос. Она 35-я, она была бы в первую очередь темнее, чем боковые. Ощутимая разница была бы. И что да, стало? Да. Не, у нее самый глобальный плюс, знаешь, как вот сегодня жара была, я тут что, 2-3 человека звонили уже, термо, пленку спрашивают. Ага. Вот у нее кайф будет, знаешь, какой, дальняя дорога, пробки, солнце печет, кондер включил, у тебя не будет, как на дачном, жгет. Да, и вот она вот не жгет мне, вот я сколько в то лето ездил вот с этой пленкой, не жгло, вот отсюда жгло, да. Вот я и решил на это лето клинануться, немножко заклеить. Я вот думаю, главное, чтобы полицмены не останавливали так часто. Ну, вот, у меня один клиент есть, да, у него уже земляк мой. Он этот полтинник на 200-ю ланкрозу приклеил, поехал в Дагестан через Калмыкию. Ага. Поехал обратно через эту же Калмыкию. И все нифига четко. Нормально. Никто, говорит, даже не спрашивал. А калмыки, они если тонировка, ксенон, что бы не увидят. Все, полностью. Да, они аж догонят тебя, если издалека увидеть с другого перекрестка. Они очень сильно любят эти моменты. Вот эта трещина снаружи. Ну что, ребят, сделали мне пленочку, пацаны. Вообще от души им, красавчики. Я поставил немножко в тенек, чтобы солнце сильно не попадало. И я вам хочу показать, как это выглядит, в принципе, со стороны. Это круто смотрит. Машина вообще другая, преобразилась, просто жесть. Смотрите.
видно, как я и хотел, чтобы изнутри все было видно, снаружи немножко было видно, чтобы меня особо сильно не останавливали. Вот так, в принципе, все просвечивается. Ну, надо жопу тонировать тоже. Я вот решил, наверное, еще и буду жопу полностью тонировать. Вообще, отсюда, вот где солнце так попадает, здесь видно. Сбоку видно, сзади тут немножко видно. Ну, жопу можно сейчас поставить, знаете что? Я поднял заднюю шторку, чтобы, в принципе, не видно было. И тогда все. В принципе, что я хотел добиться? Вот она, красотка стоит. Красоточка. Вообще огонь, просто огонь. Пленочка села изумительно. Ну, я теперь понимаю, что нужно менять лобовое, потому что оно уже пришло в негодность. Трещина, и поклеили, пацаны поклеили на трещину, а трещина отсюда, снутри ее нет. Так что никакого мусора и шмурдяка вот здесь вот не будет. А вот как изнутри. А когда будет темно, здесь будет темно вообще. Это мне очень нравится. Так что приезжайте на улицу Наташи Ковшовой, дом 16. И пацаны вам сделают все круто. Мага отлично делает. И его брат там очень хорошо делает. Брат мне клеил боковушки, а мага мне клеил лобовое. Ну и конечно, на тонировочку все ссылочки будут в описании. Пацаны вам все замутят, что вы хотите. Блин, он прям садись в машину, чувствуешь себя в комфорте, потому что ты заклеенный. Это очень крутое ощущение. Кто любит пленку, ставьте лайк. Кому нравится эта херня, то, что я записываю, тоже подписывайтесь на канал, смотрите, чтобы не пропустить. Также колокольчик. Погнали теперь домой. Сегодня я уже не успею заварить глушитель себе. Ну ничего, зато я себе пленочку наклеил. И мне это очень нравится. Perfect.